Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин grandstart.ru. Сегодня мы рассмотрим новый костюм. Это костюм для аниматоров кукла Лол Дива. Это новая коллекция. Упакована в такую упаковку индивидуальную полиэтиленовую. Вот так вот это выглядит в запакованном виде. Сейчас пользуется большой популярностью среди аниматоров эти куклы Лол. Давайте рассмотрим одну из них. Это кукла Лол Дива. В каждой упаковочке у нас визитка grandstart.ru, на которой вы можете найти все контакты в Москве и Санкт-Петербурге. И давайте рассмотрим, из чего состоит сам комплект. В комплект входит сарафанчик. Вот такой яркий сарафан. Ткань пайетки. Посмотрите, они разные. Здесь фиолетовые, здесь черные. На шее завязывается завязками, завязки ленты, яркие, фиолетовые. Юбка широкая, из бифлекса. Плотная ткань с подкладкой, яркая. Сзади идет на завязках, такая широкая завязка, завязывается бантом. Можно завязать бант. Здесь также маленькие завязочки. Вот так вот это выглядит. Замечательный сарафан. В комплект входит также головной убор. Посмотрите, какой головной убор. Тоже из ткани пайетки с бифлексом. Велюр идет, подкладочка. И на резинке, что очень удобно, она не спадает с головы. Держится, одевается под голову. Здесь такой замечательный бант яркий. Вот так вот это выглядит. Она такая довольно объемная шапочка. Товар качественный. Посмотрите, все прошито. Все ровно. Очень красиво блестит. Хорошо выглядит на фотографиях, потому что все отражается. Здесь также в комплект входит, под низ одевается кофточка с рукавами 3/4. Мягкая, приятная к телу. Также идут гольфы. Гетры они называются. Здесь они на резинке. Черного цвета. В комплект также входят ботинки. Это имитация обуви. Одеваются как можно на ботиночки одевать на ножку, так и просто на голую ножку можно одеть. То есть и выступать и на улице, и в помещении. Здесь они завязываются ленточками, ну, шнуровка обычная. Костюм очень удобный, качественный. Выступать в нем можно и на детских утренниках, и на любом другом празднике. Если вам понравился товар, можете заказать его на сайте grandstart.ru в Москве, Санкт-Петербурге, а также с доставкой по России.